На кадрах Олимпийский Сочи и уже известная певица Алина Саакян. Те, кто следит за ее творчеством, уже успели заметить, что курорт часто становится декорацией к ее музыкальным видео. Новый клип она также снимала в родном городе, и фраза «Ты мой рай» относится в том числе и к Сочи, рассказала певица. Ты мой рай, ты только знай. Ты мой рай. В клипе Алина Саакян, кстати, теперь она просит называть ее Манила, разъезжает по городу на дорогом авто, нарушая правила дорожного движения, выезжает на встречку, даже не держась за руль. Напомню, Алина Саакян всей стране стала известна несколько лет назад после участия в популярном телепроекте, на котором у нее произошел конфликт с Михаилом Терехиным. Он оскорбил девушку, за что Алина подала на обидчика в суд, который, кстати, успешно выиграла. Теперь она строит карьеру певицы и телеведущей. Недавно Алина заключила контракт с одним из популярных телеканалов, где у нее будет своя программа.